Итак, только что загорелась зеленым зарядка, то есть дало полную зарядку. Сейчас на пятой скорости попробуем поездить, пока она не разрядится. Так, он останавливался. Выключаем, включаем. Ну, то есть у меня пятую держит, все. На вторую не переключается. Ну вот, я выехал только за пределы мастерской, и у меня уже одна горит. Уклон на второй скорости, попробуем заехать. Нормально она на второй скорости уверенно тянет. Для второй скорости. И вот когда я спускаюсь на второй скорости, бросаю джойстик, вот полностью стало. Вот остановилось. Двигателем без тормоза. Переключаемся на пятую. Уверенно тянет на пятой. Но странно, почему горит один. Надо проверять аккумуляторы. Включил клиентский джойстик нашей новой коляски. Ну и вот сразу же. Ну а теперь переключили на родной джойстик. Включаем. Ну то есть эти батареи не просаживаются так, как просаживались на том джойстике. Уверенно держит две